начните свои мысли в теме аватара. Я вам сейчас покажу, как это нужно правильно выстроить, потому что зрение будет не совсем необычное. Мы выстраиваем клеток и клеток, выстраиваем здоровье, клеток и зернами еще становится пресса плюс сопровождение. Ну, в первую очередь, его уникальность в том, что это первый подобный парк в Украине. Ранее интенсивных парков такой площади в Украине не было, а очень мы нашли в Украине, где был бы парк, где отдельная элемента на детских площадках. А смысл интенсивного парка в том, что дети с особыми потребностями могут здесь находиться, для них здесь есть все комфортные условия, а в том числе для колясочников, в том числе дети с различными отклонениями. И здесь также могут находиться обычные дети, и они здесь вместе общаются, социализируются. Именно в этом смысл инклюзии, когда мы в прошлом году начали социальную программу Марины Порошенко, в Днепропетровской области было 50 библиотек, 18 ресурсных центров, первый в стране инклюзивный ресурсный центр. Это сделано для того, чтобы дети с особыми потребностями не сидели дома, не замыкали в себе, они социализировались, общались, жили обычной жизнью. В момент, когда они выходят из школы, выходят из института, они могли нормально жизнь жить и понимали, что для них созданы все условия. К сожалению, ранее государство такого внимания инклюзии не уделяло. В принципе, государство ранее такого внимания образования. А сейчас, вы знаете, мы реконструируем одновременно более 40 школ по всей области, и каждая такая школа должна обладать, конечно, на 100% доступностью, как это сделано в Петербурге с Аленом. Там должны быть все условия для того, чтобы учились и обычные дети, и дети с особыми потребностями, как это ранее делалось в парке, они проложены так, как люди здесь должны, как они здесь будут ходить. Это дорожка специальная тактильная плитка, она будет видна, первая вид. Это когда люди с слабым зрением просто идут по ней, когда они доходят до пересечения с другой дорожкой, здесь лежит уже тактильно другая плитка. Здесь есть качели для мамы с ребенком, когда мама садится, ребенка садит специальное приспособление, могут с ним кататься, не держа его на руках. Здесь за моей спиной качель для детей на колясках, откидываются два элемента, опускается панель, туда заезжает коляска, она ставится на тормоз, и дальше на коляске нужно кататься. Вот там дети уже катаются, специальная карусель, сделанная за лицо, на которой могут кататься обычные дети и дети на колясках. В этом оранжевом павильоне специальная подсветка, которая красиво светится и днем, и ночью, если мы ее включим. И несколько игровых элементов, направленных на развитие моторики, внимательности детей. Проведи по лабиринтику, поймай паучка. Плюс здесь есть в этом павильоне два элемента, которые будут пользоваться, наверное, наибольшей популярностью. С этой стороны стоит барабан, а с той стороны стоит пианино. Вы заводите этот элемент, дальше вы нажимаете на клавишу, он издает либо пианино, либо барабан. Я думаю, что родители будут счастливы. Все, кто дети, которые просили купить барабан домой, теперь могут приходить играть туда. А в конкурсе стоит вообще полный набор инструментов для маленького оркестра разного, на котором можно тоже детям играть. Плюс с той стороны лазовка деревянная, она нам напоминает перевернутую коробку спичек, которую высыпали на стол, по ней можно ладить. Там специальная песочница, вы обратите внимание, она многоуровневая, к ней могут подходить дети с обычной, и к ней могут подъезжать на колясках дети с особыми потребностями, то есть они тоже смогут играться. Желто-синий павильон, это павильон Ранч. А Ранч у нас ассоциируется с Диким Востоком и с Америкой, поэтому язык там английский. Там дети будут учить простейшие слова английского языка и демонстрировать там родителям, либо сопровождающим. Некоторые базовые движения, там дотронься до уха, покажи, как ты чувствуешь зубы, покажи, где зайчик, покажи, где ослик и так далее. Это все логичные такие истории. А вот этот зеленый павильон, у них цветов, на самом деле это наследие царского режима. Вот в парке оказалось, существует 3 квадратных метра, приватизированные когда-то непонятно кем коммерческий туалет, который там должен был находиться. А мы, к сожалению, не смогли найти владельца этой земли, он где-то умер в дебрях банковских предприятий. Поэтому мы обладали специальным павильоном, мы покрасили его специальной краской, на которой мы призываем детей мелками рисовать. Мелкими все выдаем, дети могут подходить, специально рисовать все, что угодно, конечно, желательно, кроме всяких некрасивых слов. То есть в этом парке, наоборот, нужно делать все, что дома запрещено. Вот там виднеется баскетбольный элемент, когда туда забрасывается специальный мячик, он вылетает в 3 разных стороны, и дети тренируют реакцию.
реакцию. За моей спиной стоят специальные стулики, на которых можно играть в шашки и шахматы, мы их уже расставили. Кроме того, если вы обратитесь, там, где лавочки, там могут сидеть обычные дети, либо люди, а там, где нет лавочек, туда подъезжают на колясках, и дети на колясках, там, с сильными потребностями, либо взрослые. Волонтеры будут здесь только, когда ровно столько, сколько понадобится для того, чтобы понять, что все дети поняли, как пользоваться таким элементом. Мы изначально планировали, что мы где-то за неделю пройдем путь. Если нужно будет оставить их еще, значит они здесь будут еще для того, чтобы дети научились. И все элементы изначально проектировались антивандальными для того, чтобы они не были хлипкими, не ломались. Поэтому мы, опять же, повторюсь, призываем детей, здесь нужно делать все, что угодно. А здесь есть, у нас есть три входа в парк, на каждом входе стоит так называемая мнемоника. Это карта-схема парка, на которой каждый элемент парка продублирован шрифтом Брайля. То есть, если люди со слабым зрением подходят, просто пробуют так видно и понимают, куда им. В целом, это первый такой парк, я думаю, что первые 2-3 месяца его эксплуатации покажут то, что называется user experience, и мы поймем, какие элементы нужно апгрейдить, какие можно сделать по-другому, какие можно сделать иначе, потому что мы планируем элементы, как минимум элементы такого парка повторять во всех парках, которые мы строим по области. Кроме того, мы считаем, что такие парки вообще должны быть в каждом городе не только просто области, но поскольку мы не Петербургская областная администрация, и дети с особыми потребностями не должны себя чувствовать чужими для родных, у них должна быть для этого вся информация. Одежда, она как раз самое сложное. Сейчас проезжают вот так ваши волонтеры, и там водичка. Она перевезет, она тоже. Да, здесь звуки окружающего мира и не только животных. Здесь у нас показывать предметы вокруг себя и объекты. Тут покажи, как тоже действие. Как паука ухаживать за собой. Да, и какой ты активный. Покажи, какой ты активный. Да.
Вытираем. Ты пить хочешь? Ага. Водичку будешь? А? Я говорю, 4 годика это не правда. 4 годика это не правда. Ты тоже водичку? Да я взяла. А это как? Сенечка, ты сам попьешь? Да. Ну? А вот это. Я так люблю, она пианино. У меня дома было пианино. Вот, смотри. Может быть. И дверь. Дальше переходим. Брались еще. Пойдем дальше. Спільний проект благодійного фонду Порошенка
та Дніпропетровської обласної державної адміністрації у рамках соціальної програми «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації», спрямованої на соціалізацію кожної дитини. На дитячому майданчику незвичні будиночки, каруселі, гірки і лабіринти. Всі ці ігрові зони сприятимуть розвитку координації та мислення малечі. Президента України Марину Анатоліївну Порошенко. Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні у Дніпрі перший сучасний, цікавий, доступний, інтерактивний парк рівних можливостей для всіх дітей без винятку. Я дуже вдячна керівництву області за те, що вони підтримали цю ідею. І вже сьогодні, через півроку, ми маємо результат, коли наша ідея втілена у життя. Я впевнена, що це буде чудовим місцем відпочинку для дітей Дніпропетровщини. Це чудовий подарунок для вас до літніх канікул. Правда, діти? Ви будете проводити тут багато часу? Молодці! Часто приходите, знайдете собі тут безліч нових друзів, будете спілкуватися з ними, знайомитись, допомагати і підтримувати один одного. Я ще раз хочу привітати Дніпропетровщину з відкриттям такого чудового, сучасного, інклюзивного, першого в Україні парку. І сподіваюсь, що вже в близькому майбутньому такі сучасні парки відкриються в інших областях України, тому що час інклюзії настав. Вітаю! Дуже дякую за таку можливість у цій команді. А зараз настала та святкова, хвилююча мить відкриття першого в Україні інклюзивного парку для дітей. І ми запрошуємо Марину Анатоліївну разом з дітьми символічно відкрити інклюзивний парк запуском повітряних кульок. Повітряні кульки дарують нам свято. Їх люблять дорослі і ще більше малята. Повітряна кулька у небо злітає і кожній дитині миру бажає. Наш
всем надо. А? Давай. Thank you.
ще можемо квіточки намалювати. А ти щось ще домалюй. Якщо ти виконити, це буде гарно. Ти квіточки намалюй, це травка чи квіточки намалюй?